Уже пятый год в Люберцах реализуется проект «Спорт в каждый двор». Его инициаторы – представители Комитета по физической культуре и спорту городского округа. На протяжении всего года они проводят различные турниры на открытых дворовых площадках. Подробнее расскажет наш корреспондент. На многофункциональной спортивной площадке на улице Кирова сегодня ажиотаж. Сыграть в футбол пришли сразу 4 дворовые команды. У каждой своя группа поддержки и болельщики. Все как на настоящем матче. У меня папа занимается любительском команде «Ареал». Вот мы взяли 5 названий и играли. Ну, играем лет с 6 где-то так. У нас примерно человек в команде 12, но пришли только 6. Мы дружный коллектив, и у нас очень плотная поддержка, хорошая. Участвовали в нескольких турнирах, в некоторых занимали 4 место, в некоторых занимали 5-6 где-то так. Этот турнир прошел в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Программа, благодаря которой жители городского округа могут заниматься физической культурой и участвовать в различных любительских турнирах, впервые прошла в 2017 году. За год организаторы проекта устраивают около 15 спортивных праздников. Участвуют дети, взрослые, те, которые просто выходят во двор поиграть. Это может быть и футбол, баскетбол, это бывают какие-то другие игры. И зимой участвуют у нас ребята, играют в зимний футбол, играем в хоккей зимой. Участники дворовых любительских состязаний получают памятные подарки от спорткомитета городского округа Люберцы. В сентябре в рамках всероссийской программы «Спорт в каждый двор» пройдет масштабный турнир по футболу «Кожаный мяч». Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.